Он старше Нюши на 10 лет. Сейчас он женат, и у него четверо детей от разных женщин. Высокооплачиваемая работа и постоянные заграничные командировки. Почему Игорь Сивов предпочел певицу Нюшу, своей первой жене? Он был примерным семьянином, когда по работе встретил Нюшу в Казани. Игорь помогал организовывать крупномасштабный концерт в своем городе и влюбился, как мальчишка. Нюша не хотела становиться любовницей, но чувства, охватившие молодых людей, были сильнее них. Сивов был женат, и у него подрастали двое детей, причем младшему на момент развода было только полгода. Его жена Алена в молодости была танцовщицей и, как ни странно, очень похожа на Нюшу. Тяжело представить, что чувствовала обманутая супруга, ведь муж не просто сходил налево. Он закрутил интрижку с певицей, которую знает вся страна. Более того, как раз во время развода Алена потеряла мать. Игорь и Нюша расписались в Казани, а вот свадьбу молодожены сыграли на Мальдивах. Громко, дорого и роскошно. А через год на свет появилась их дочь, которую молодые родители назвали весьма оригинально – Серафима Симба Сивова. Сейчас Игорю Сивову 41 год, а Нюше только 31. Осенью у них родился второй ребенок в элитной клинике Дубая. Супругам настолько понравились Объединенные Арабские Эмираты, что в настоящий момент они живут на два города. Работают в Москве, а большую часть своего времени проводят в Дубае. А как вы думаете, Нюшу настигнет закон бумеранга или нет?